Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Ну что, не выдержал, все-таки решил для вас снять серию. Ну и заодно немножечко, как говорится, продвинуться ближе к топчику. Пока есть время, вроде бы 10 часов вечера. Полчасика могу себе, ребят, позволить. Так-с. Что я хотел сделать? Я, наверное... Секунду, не сбивай меня с мысли. Да, конечно же, живи долго, играй еще в первую очередь, закинем, так сказать, нашу удочку. Кружка Динер. О, 50 жетонов, шикарно. Это нафиг нам не нужно. Это тем более нам не нужно. Блин, это вообще как бы отдал бы за даром эти осколки. Да ну серьезно, что ли? Все, ребят, все, все. Быстро у нас очень и так все закончилось. Так, ну что, побежали. Пробежимся по серии испытаний. Раз, два, три, четыре. Мне нужен, ребята, хил. Мне даже два хила. Майки, в принципе, у нас не присутствовал в боях, поэтому скилл на хил у него, как говорится, в откате. Поэтому в любой момент можем применить. Но сначала по шеям надаем. Так, клан Футвиц мимо. То есть мимо, минус. Опа, он готов. Так, ну Ваньку надо было, конечно, посерьезнее бомбануть. Да ну серьезно, что ли вы? Так, ну, да ладно, падай уже. Надо было хил врубать, че? Ой. Рэй, ты как всегда, ты в своем репер... Нет, только не ушатывай их всех, пожалуйста. Ага, размечтался, ушатаешь ты их тут всех. Попробуем. Опа. Так, давай возьмем провокацию. Я просто, ребят, хочу хильнуть. Да блин. Все. Второй раз я пытаюсь, ребята, отхилять свою команду, и у меня не получается. Пропустить ход здесь нельзя. В глухую оборону встать нельзя. Понимаешь, тут надо делать ход. И у меня все ходы были боевые у Бакстера Стокмана. Ну что, теперь, значит, находим мы нашего Микеланджело. И мы прокачим. Так, нам нужно найти 10 ящиков с инструментами. Ящики с инструментами довольно, ну, хорошо находятся, в отличие от остального всего. Так, три ящика уже у нас есть. Так, получается 4. 5. 6. 7. 8. 9. И последний. 10. 10 ящиков с инструментами. Ну что, туман прокачиваем до 4 ступени. И теперь нам нужно найти еще 12 знаков автомобильных номеров. Ну, искать мы их сейчас не будем, конечно, все. Я просто хотел выполнить задание и поднять уровень персонажа. Ну, уровень персонажа, конечно же, мы идем с тобой на арену. Только на арене мы можем с тобой... О-хо-хо-хо-хо, 70... Я что-то даже не ожидал, что мы с тобой... Вот так вот, 78 и 79. То есть, ребята, критическая обстановка. Тут меньше двух бойцов нам никак нельзя не брать. То есть, соответственно, будет Армагон или там Супер Шреддер. В общем... Нужно, чтобы кто бы... Их, чтобы было двое. Двое, как говорится, этих максимально прокачанных бойцов. И желательно, конечно же, с массовой атакой. Плюс еще с офигенным бустом. 66-я позиция. Так, поехали дальше. Блин, Бакстер, по-моему, слабоват. Я возьму, наверное, Кожеголового. И вот так вот, Супер Шреддер. Кожеголовый и Супер Шреддер. Неплохая команда, я думаю, получится. Я думаю, что Кожеголовый все-таки успеет по инициативе после Супер Шреддера сразу сделать заходку. Отлично. Нате вам всем. Рафаэль такой радостный, да? Надел на себя какую-то теплушку и бегает с ней. Ну что ж, нам нужно для начала вернуться, конечно же, на Лигу Мастеров 3 звезды. Так, не забывайте, что, друзья мои, следующий буст у нас будет начинаться с прокачки персонажа в платиновый ранг. Да-да-да, нам как раз хватит осколков.
и мы будем переходить каким-либо персонажем в платиновый ранг. Ну что, Крэнк, ты будешь первым у нас ходить? Давай посмотрим, насколько ты хорошо бомбанешь. Да? Да, неплохо, кстати, я скажу. Так, вот. Хорошо, что он, ребята, начал бить Крэнга, а не, например, того же самого Мондагека, который бы мог, наверное, даже и упасть, потому что он сделал хороший удар. Так, с 52 позиции на 37-ю. Так, давай-ка мне 17-24, не ломайся. Ты серьезно? Вот. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, вот так вот приходится делать. Ну-ка, Бакстер, покажи. Ну, тут понятно. Видишь, у супер... Ой, у обычного жертва, даже у Майки. Да. Очень-очень сильно хромает, конечно. Массовая атака от Бакстера Стокмана. Так, этот у нас под постепенкой. Я, наверное, Ваньку накажу сейчас. И сделаем так. А этот должен одуплиться. Все. Постепенный урон, конечно же, его уничтожил. Так, и мы двигаемся дальше. С 37-й позиции мы переходим на 22-ю. И опять они начинают мне мозги парить со своими 17-23. Ребят, я вам сказал, 17-24, не меньше. Так, Усаги, Зек и Брэдфорд. Ну что же, давай попробуем. Усаги, Крис. Так, посмотрим, сколько Зек. Ну, неплохо. Здесь он неплохо бомбанул. По четверть хп отнял, это точно. Так, вот Донни. Вырубаем его, потому что... А, у Слэша тоже, ребята, по степенке. Ух, хорошо, что он не стал бомбить кого-нибудь. А кого бы он? Пиццелицеву мог бы шваркнуть вполне. Блин, какой у тебя вот этот вот удар все-таки слабый, а? Зэк, вот этот вот удар ногой. Лучше тогда применять... Выстрел из пальца тогда уж. Ну что, я думаю, еще и поединок, и мы уже будем в лиге мастеров 3 звезды. Но откаты. Да-да, ребята, именно откаты нас беспокоят. Меня, по крайней мере, беспокоят больше всего. Потому что их 22 штуки. Это 10 потенциальных боев, даже 11. Включая это, тогда 12 получается. Ну вот сейчас будем смотреть, куда мы с тобой можем добраться. Ну, лига мастеров 3 звезды, это уже, ребят, хорошо, когда ты на нее переходишь. Мы в прошлой серии, по-моему, тоже перешли, да? Но, как видишь, нас скинули обратно. Причем скинули довольно серьезно. Практически чуть ли не до лиги мастеров 2 звезды нас сбросили, точнее, одной звезды. Ты посмотри, а? Ты посмотри, что сделали они, а? 7 ступенек мне все прокатили. Вот вы олухи, а? Вы же это сейчас специально сделали. Я должен был перейти в Лигу мастеров 3 звезды. Как минимум, блин. Они специально вот это вот оттянули все, а? Ладно. Так, получили свое. Я должен перейти. Вот. Отлично, ребят. 91-я позиция. Ну что, тогда тратим все откаты. По возможности. Сколько сможем отыграть, столько будем отыгрывать. Моя цель, еще раз повторяю, ребята, как можно дальше... Как можно даже не то, что дальше, как можно ближе подобраться к топчику. А в идеале вообще бы взять первое место. Как раз у нас, что сегодня получается? Что у нас сегодня? По-моему, четверг, да? Четверг, друзья мои. Получается, завтра будет пятница. Завтра у меня рабочая смена.
В субботу я отдыхаю короткий выходной. Воскресенье, понедельник в ночь. Да. А буск, кстати, может быть, ребята, в понедельник, если я, конечно, проснусь и сделаю его. Но опять же, тяжело проснуться, потому что тебе в ночь на работу, если не выспишься, потом тяжело будет, поверь мне. Потом будет тяжело. 12 часов не спавший. Нет, сложно. Так, ладно, давай вольнем камушком. Камушком. Так, и добивка от нашего Лео. Все. Шикарненько получилось. Идеальненько, я бы сказал бы. Ну что, 70-ю дадите? 65-ю даже. Я на меньше рассчитывал, а дали, как говорится, большие. Это всегда хорошо. Но отыграть бойцов у нас, судя по всему, не получится всех. Потому что 14 откатов. Получается 7 поединков. Даже если по десятке брать. Не, ну если по десятке брать, именно по 10 ступенек, то, конечно, мы с тобой заберемся в топчик. Но ты же видел, тут бывает и 5, и 7, и 8. Тут сплошной рандом, поэтому я не могу тебе дать гарантии, что нас сейчас перекинут на столько-то ступенек. Вот получим мы сейчас 55 или нет? Вот тут вот больше нам дали, видишь, 51 ступенька вообще, ребят. То есть прокатили мы там не 10 ступенек, а получается 14, да, вроде как. Да, 14 ступенек. Это очень редко бывает, когда вот так вот мощно. Мощный такой прокат идет. Ну, что? Хотел, думал, ребята, ХКР-ку сегодня поиграть, а потом вспомнил, что у нас там до 50 тысяч кубков, то есть там слишком долго играть. Поэтому давай, наверное, сегодня не будем уже заморачиваться. На выходном, на нашем, мы добьем, так сказать, сезон. Так, уже 39-я позиция. И 6 боев у нас впереди. Да нет, должно хватить. Должно, ребят, нам хватить. Многие еще спрашивают такой вопрос у, там, Рэя, какой твой самый любимый персонаж в этой игре? Ой, ребята, это трудно сказать однозначно, какой самый любимый персонаж. Но их, наверное, несколько. Мне, например, очень нравится Армагон. Мне нравится... ну, Крэнк мне нравится. Я не знаю, ребята, может быть, любимчиком будет кролики, когда мы, они прокачатся. Плюс мне, например, нравится Ванька, стиранка. Мне нравится очень Усаги. Да, их много. Ну, а самый, наверное, самый любимый... Это, наверное, Супер Шреддер. Да, наверное, вот так. Или даже Армагон, ребят. Наверное, самый любимый все-таки Армагон. Потому что я им как бы чаще играю, и мне нравится его вот эта вот жесткая позиция. Удар валуном. И он практически, ребята, всех выносит. Он самый, наверное, один из персонажей, который очень-очень-очень-очень редко меня подводил. Очень редко, ребята, подводил. Поэтому можно его включить в список, наверное, одних из самых топовых. Конечно же. Вот сейчас даже я тебе скажу, что Крэнк, он даже переплюнул, по-моему, Супер Шреддера. По дамагу. По чистому дамагу. Шреддер, конечно, неплох, Супер Шреддер, да? Он бьет все этими шипами. Он может повесить постепенный урон, но он может также его и не повесить. А у Крэнга, у него разговор короткий, так же, как у Армагона. Он не сисюкается, он бьет чистым физуроном, и это сразу видно, как говорится, на вражеских персонажах, сколько он отнимает КП. Либо он уничтожает, либо он оставляет им просто микроны здоровья. Вот смотри, например, Армагоша бьет. И посмотри, сколько он оставляет им ХП. Понимаешь, да? Ну и дальше, конечно же, Крэнк на добивку. Для него это вообще как семечки пролузгать. На добивке ему равных нет. Так, ну что, сколько нам еще? Все, ребята, все. Мы достигли максималки. Так, смотрим, сколько у нас мутагена. 20 тысяч мало, поэтому мы делаем вот так.
Майки фильм до 56 уровня. И здесь, соответственно, забираем все награды. Пиццы у нас еще, в принципе, есть, ребят. Поэтому можно перейти на нашего Майки. Кстати, ему тоже можно поднять уровень. И попробовать потратить всю на поиски, вот, ребята, этих автомобильных номеров. Чем больше мы найдем, тем меньше нам придется искать в следующий раз. Так, и последняя попыточка. Вот, видишь, довольно неплохо, ребят, нашли. Сколько там у нас получается? 5, еще 7 останется найти. И прокачиваем до 5 ступени. Подожди, а почему? А почему я вот это вот не начал не допрокачивать? Тут же 5 ступень, мне нужно до 6. А, все, я вспомнил. Там же нужен 70 уровень. Да-да-да. Точно. Значит, в наших интересах его прокачать до 70 уровня. Тоже как можно быстрее. Ну что, ребята, а на этой ноте я буду заканчивать эту серию. Всем удачи и до новых скорых видосиков.